Да, каждый раз, когда играешь, вот прям самое такое, это когда падают ноты. Фух, я доиграла до конца, продержаться до конца, так сказать. Значит, разбираем ноты по очереди. Разбираем ноты с самого начала. Вот, и что? Посмотрим, у нас песня делится на сколько? На раз, два, условно, вступление и куплет и припев. Так, вступление, куплет и припев. Значит, смотрите, куплет и припев мы можем повторить еще раз. Просто я уже тут не повторяла, чтобы не было много нот. Ну что, разбираем с вами вступление. Вступление, в свою очередь, состоит из двух частей. Первая часть. Так, и вот это вот тара-тара-та. И дальше идет куплет. Ну что, смотрим первую часть. Значит, знаков у нас нет, то есть все нотки белые. Дальше, размер 4 четверти. Кто любит считать, тот можете считать 1, и 2, и 3, и 4, и... Ну, я, в принципе, думаю, что это не та сложная песня, которую можно считать. Ну, если вам удобно считать, то прекрасно. Так, вначале играем на стаккато. Но я все равно нажимаю педальку, чтобы оно было более мягко. Смотрите, я буду играть двумя руками, оставлю внизу тайм-коды, то есть если вы какой-то отрезочек хотите одной рукой посмотреть, перемотайте и посмотрите одной рукой, потому что, ну, кому-то удобно каждой рукой разбирать, кому-то неудобно. Лучше записать две руки и потом уже там ориентироваться. Итак, тут немножко будет сложно с ритмом. Давайте разберемся вместе. Играла, я повторила эту часть 2 раза. Можно повторить 2 раза. Как вам хочется. Это такие импровизационные ноты, поэтому вы можете немножко тут изменить. Можно сыграть 2 раза вот эту вот часть. Значит, что у нас идет? У нас идет смещение, то есть правая рука как будто бы на одну нотку бежит раньше. Тут залегованные ноты мы вторую не нажимаем, соответственно. Хорошо, смотрим. Куплет. Что у нас в левой руке? В левой руке очень просто. То есть мы двигаемся квинтой. Квинта – это интервал, состоящий из 5 ступеней. То есть раз, два, три, четыре, пять. Потом от фа, от соль квинта. И мы так двигаемся по кругу. Ля-ля, фа, соль, ля-ля, фа, соль, очень удобно. Потом в припеве у нас... Ладно, давайте не будем к припеву заходить. Ну что, пробуем куплет. Повторяете, да? Дальше. Ой, не-не-не, простите, левая рука на октаву ниже. И идет припев. Теперь смотрите-ка, какое у нас в левой руке. У нас идет ля, потом фа, ре, соль. То есть у нас идет такой как бы круг. Фа, и вот мы по этим ноткам будем играть октаву.
уделите внимание и поиграйте только эти октавы, без правой руки. И мы получили сколько их? Краем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По восемь раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Вот, значит, смотрите, еще такой момент о том, когда вы играете, постарайтесь руку не зажимать. А представьте, как будто бы вы вкручиваете лампочку. Ну, я думаю, что мужчинам вкручивать лампочку это будет более естественно, более знакомое движение. Для девушек представьте, что вы... моете кружку. Я не знаю, что мне первое, что пришло в голову. То есть вот это вот движение. Сначала можно вот просто взять и это вот так вот поиграть. Потом убрать вот эту вот расхлябанность и сделать это микродвижением. Там-пам-пам. И всегда отталкиваться от нижней ноты. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот. Что, пробуем соединять две руки вместе. Снова. Повторение. Все то же самое. Снова куплет и припев. Это у нас будет в нотках. Вы можете ноты скачать, посмотреть. Ну, вот мы с вами и разобрали. Значит, что по педали? Снова говорю о том, что все очень-очень индивидуально. Вы должны посмотреть, какой у вас инструмент, какая у вас акустика. Я нажимаю педаль. Ну, даже я не скажу. Вот, ну, в куплете это 100% каждую смену левой руки. Левая рука, смена подняла, опустила, подняла, опустила. Вот так вот. В припеве я меняю более часто. Надо будет уже ушками своими ловить, потому что вот это вот... Плюс есть очень большая вероятность того, что можно зацепить лишние ноты. То есть сыграть... И тогда нужно менять педаль, чтобы почистить. Ну что, все, вот это вот наш разбор. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, какие песни еще мне разобрать, потому что я больше так... сказать по классике. И песни современных я, ну, так сказать, я просидела в библиотеке, так сказать, тот возраст, когда надо было тусить за гаражами, слушать всякую попсу. Вот. Но сейчас я начинаю, так сказать, снова втягиваться. Ладно, зачем мне очки? Снова втягиваться в музыку, смотреть, что было популярно, что было интересно, и открываю для себя новый мир прекрасной попсы. Поэтому пишите, что мне можно поиграть, что можно послушать. Буду очень рада видеть вас снова в моем Инстаграм, в моем Телеграм. До встречи!